Все, я сделал стоп-старт, ребят. Буду через 2 минуты у вас там. Вот такие вот у нас пироги, вот такие первые пары. Снуд Домик, Блай Рянг, ой, Блай Гумиху, Рянг Циан. Ну что же, будем Блай Гумиху смотреть сейчас, конечно же. Мы... Вот так. Ну а дальше Блай Циан и так далее. Блая просто мы все время будем смотреть. Бля, достал, короче, опс меня зависать, конечно, бывает. Кстати, ребят, на Ливон Еспорте будут ставочки. Кому интересно это, можете заходить. То есть, короче, можете подпиливать по чуть-чуть. Так, ну Блай я тоже написал, значит, пока его нет, нифига.
Так, ну что, прыгаю, глаю. Погнали. Привет, Накару. Какая к черту премьер-лига? Я не знаю, о чем ты говоришь, если честно. Вот. Вчера был весь день стрим Nation Wars, и он закончен сегодня, соответственно. Ну что, погнали, ребята. Млаечик против Гумича. Вообще, это Будва, конечно. Так, ну что, ребят, 17-я хата Гаспулу Блая. Гумич тоже пока развивать. Сейчас я текст тут напишу, этот Будва, блин, наконец-таки. Бля, ну хреново, что он Будва нельзя поставить. А его можно так сделать, да? Ну да, почему бы и нет. Королева успешно создана. Новая королева создана. Вообще по-царски, короче, получилось. Все, ребят, смотрим. Короче, Блай против Гумича. Это Буба 2. Здесь формат всегда такой в группах. Что это значит? Значит, что может быть ничья. То есть две карты просто играются и все. А потом по очкам выходит кто-то из группы, соответственно. То есть 2-0 гораздо круче, конечно же, чем 1-1, естественно. Короче, как в футболе примерно. Я не помню, очков сколько там дается, чисто карта решает или... Не, ну там не дается, типа, 3 очка или 1 за ничью. Здесь просто 2-0, 2 очка, на двух карта в 1 очко получается, насколько я помню. Вот, поехали, я не завис, я пытался сделать для вас удобнее, короче, вот это все дело. Ну и у меня получилось, соответственно, сделать удобнее.
экспериментируем, ни хера не получается. Тем чуть на самочувствие значительно лучше. Так, вчера я там гонит пошел. Бабу ходил, там приехал в Питере, все живет, он здесь перенесет. Маленько посидел, поэтому. Так что ему поход, наверное, поправил, скорее всего, я. Что-то Блай тут задоминировал, короче. Ну а так, сопли были как с утра. Я думаю, день-два и все, и уже полностью все отойдет. Бля, шоколадка у меня есть, не покушать ее никак. Так, боевой юнич. Ой-ой-ой. Блач не прибегает гумеху. Отменить-то успеет, он отменяет, да, ЦТФу. Напряг какой-то для гумеху попер. А здесь что? Зато от гумеху банша прилетело, у Блая 0 скорость. Просто красавчик, в кавычках. Блай, конечно. Просто так отлично отбиться от колбатов и так бездарно, короче, отлететь от банши просто-напросто. Сколько у него уже убито юнитов? 7? Жесть. 11. Не, ну это катастрофа, ребят. Это минус Блай, по-моему, дело. Я не знаю, что делать. Такой ситуации. Есть гелики, все ждут, короче, собаки просто в мясо разваливаются. Банша улетела, конечно, спорка проявилась, но она 15 минутов убила, ребят. Из них 14 рабочих. Еще одна банша улетела, еще у нас спорка, короче. Гелики поехали. Надо ли бы его колбаться, например, или два просто шарты. Рабочий у нас прошел как. Ну, была слишком королевство просто взять и сжечь здесь все. Ну, зато несколько рабочих уже точно сгорело. А, не против колбаса. Я уже убавил на Европе, здесь осталось по-старому просто. Вот так вот лучше будет, я думаю. Да я просто тихо говорю, я не ору. На горло беречь. Так, гумич полетел, баншами 4 штуки. Плюс 2 делает, скажи, все плохо. У Блая грейды хорошие, здесь у гумиху торы погнали. Сейчас уже будет 5 факторок работать. Сейчас будет у нас чемодан гейминг полетит. Не знаю, куда гумиху летит. Здесь ведь есть оверсир, он что, не понимает этого, что ли? Ну куда ты атакуешь-то, ё-моё? Бля, вот гумиху это клоун-то, а? Атакует баншами сначала правильную королеву, где сотка энергии, и потом фокус. И потом фокус, короче, меняется. Ну, Блай не любитель спорки заказывать, как бы печально на самом деле. Если с процами оракула можно королевами отогнать, то банши-то они невидимые и как-то это не зарешало. Точнее, конечно, не всегда они невидимые, но. Они могут ими стать невидимыми. Так, пару клептуморов тут гумич сбил. Куда-то пошел дальше. Королев чуть не отдал, но... Ой, баншетчик, но не отдал. Просрал склона. Блай 75 дронов, кстати, восстановил. Смотрите, у Блая Great Spire. Ну вот все вроде у Блая, как у человеческого зерга, а не у зерга-курильщика. Вот, но... Но грейды-то, блин, курильщицкого зерга реально. Так, минус Тор, минус Медиа, гумиху как днище сейчас слил просто его. Вот.
А по поводу Сирала вашего спора скажу, что он писал в Твиттере, что плохо себя чувствовал во Франции, во-первых. Во-вторых, Nation Wars, ну не втащит он один Корею. Надо хотя бы, чтобы кто-то сильный был. Вот Голландия, ну, там, ну, слабое звено Оптимус, но он и то что-то может, как бы он всех, кроме Сирала, бы финном бы нагнул бы, допустим, но... А Харстон с Ютермалом крутые, два игрока таких. Так, не такие, как Сирал, наверное, но три карты у Кореи отжали. Вот. Был бы Ютермал с Сиралом вместе, вот это было бы по-другому. Главное, что Сирал сейчас на мету, то, конечно, соло скиле на ВЦСах всех тащил, и вообще все нормально было. Как-то за один вечер-то столько фильмов прям пересмотрел. Так, минус овер. Кстати, кто тут у нас сериальщики есть? Экспансии, там сколько серий вышло, кто шарит? Единственный сериал, который я смотрю вообще. Из третьего сезона, я имею в виду, в этом году говорили, что одна уже вышла, но уже, наверное, больше, чем одна должна была быть. Не хочу смотреть, начинать как там по одной. Начинаем. Подождать немножко. Три сразу зарядить. Короче, идет Бумиш вперед, а здесь Бруды, слушайте. О, пока попустил, Брудлорд там доделся. Викинги, конечно, разбирают. Торы накидывают Брудам. Очень такая атака непонятная от Гумиху идет. Вроде и давит, а вроде, короче, Блай отбивается. Ну, похоже, что здесь Блай отбился, кстати. Ну, а Гумиху разменялся. А учитывая, что у него 4-й цеха сейчас будет, в принципе, это неплохой размен для Гумиха. Улетают викинги, ребят, 4-я хата. Ну, 3 в 3, понимаете, у Блая все б ничего, но экономика такая же, как у Тирана. Только здесь еще мулы, рабочих ровно столько же. И 2-1 грейды. Так, ну начинается пассивная игра, раскачивается Блай, раскачивается Гумич, Блай, третий атак. Ну хоть один грейд в этот раз делает, но шпиле нет грейдов. Бля, ну вот я не понимаю, ну я не знаю, почему Блай такой стиль, а? Ну вот что сложного в изменении стиля взять и поставить два эволюшена и делать грейды нормально, бля. Я просто не понимаю, ну реально Блай на... Блай выйдет на другой уровень, если он просто научится делать грейды нормально. Как нормальные все зерги. Рок там и так далее, корейцы. Так, пришла гидра, ну все заходит, угла отменит, кстати. Скорее всего. Да, и торы полетели, медивак один минус. Да уж. За отмененную ЦЦху минус 10 гидралисков, или сколько тут было? Это дичь. Две серии, да, вышло. Понял тебя, спасибо, Нинтендант. На, будет глянуть. Люблю про космос такие. Фильмы, сериалы. Фантастику люблю. Конечно, хотелось, чтобы она была бы научной. Вот, ну... В этом фильме так вот достаточно не так детски сложно показано, все понятно, что научно там далеко. Короче, надо бы сканить Гумича, он не сканит, идет на 9 часов, Блай оттеснил танками, Блай пытается тут как-то позицию занять, чтобы подраться нормально, я подальше вам покажу. Здесь дичь какая-то происходит вообще. Как называется? Видоизмененный углерод. Понял, буду иметь в виду.
Не, на экспансию ты сейчас время применишь. Особо. ГГ пишу. Блай, ребят, Гумич 1-0. Ну, ожидаемо, на самом деле. Да хз, почему Тирал на ГСЛ не едет? На самом деле толку. Он выигрывает денег на ВЦСах нормально. И зачем ему ехать на ГСЛ при этом раскладе? Вот тоже. А там можно приуныть, перегореть, что-нибудь там случится, короче, не знаю. Всякое может быть, короче. Так, прыгаю в игру. Не, вот в сериалах я не люблю, что там тягомотины много, конечно, вот этой всей, потому что там... Бля, как я убирал-то эти бошки, во! Опа, смотрите, что Гумич творит-то, а? Решил он, что Блая нужно нагнуть вот таким образом, блин, а у Блая какой-то контрбилд вообще. Киберпанк. Не понял, короче. Так, ну что, ребят, тут что-то бункер попёр, ублают, и собаки тут вовсю бегают уже. Только без скорости. А, зато Роуч Ворон делается. Слушайте, а вот Роуч Ворон как-то сомнительно, мне кажется, решение. Хотя, почему? Такое ощущение, что Блай как будто знал, что Гумич что-то подобное будет играть. Слушайте, вот мне кажется, что Блай собак не продолжает делать. Это ошибка небольшая от Блая. Здесь 6 мариков будет, они сейчас королеву эту рассадят просто нахер, короче. Шестером. И будет беда просто. А вот смотрите, что творится уже в итоге. Ну еще в итоге 4-5 мариков против одной королевы, а дальше то, что сейчас они будут сядут просто.
Королева упадет, по ходу дела. Бункер почти что готов. Вот, сажайте дамаженных бункер, да и все. Так, Блайк вот тыл там собачками побежал вообще. Куда хер знает, он побежал. Ну, не знаю. Я не знаю. Вообще, конечно, Гумиху стенку не закроют. Четыре линга могут его понапрягать. Пара очи делаются. Вот если Блай закал скорость собакам, просто масил собак, Гумиху бы грегал уже написал, но... Четко говорится, не фартануло. Так, три братана сразу в ответку убегаются. Блая шатать здесь. Собак этих. Блай пытается депоху сгрызть. Оп-оп-оп, КСМ-ка на внешнюю сторону попала. Вычинка начинается. Бараки улетают до дома, до хаты. Теперь Гумиху главная задача вовремя отступить. Пока пошла. О, овера нашел тут Гумич, смотрю. Гла решил прям уже в лоб пробивать Гумичану. Похоже, что да. Овер минус. Тут у нас лава на бараке. Пошло в бункер. Наверное, мародера хочет Гумиху построить, у меня такое ощущение. Так, смотрите, Гумиху сныкался, а сейчас он контратаковать может мариками, прикольно, кстати. Блая, главное дома бункер успеть доделать, собственно говоря. Или это под факту, чтобы танк закать быстрее, я даже не знаю, если честно. Не, мародер фугасный. Фугасный мародер. Спасибо, Базаль. Посмотрю, где базара. Так, минус реводжа. Слушайте, походу 2-0 Гумич. У меня такое ощущение, почему складывается. Посмотрите на количество рабочих. Здесь без шансов все получилось. Так, передумал даже Гумиху сейчас делать. А, лаба на факту, что ли, на старпорт. Лаба, не знаю, банша, наверное, будет. Здесь барак сидит, короче, дичь какая-то везде, бля, полное уныние и провала вообще. Пристройка. Системы наведения включены. Давайте что-нибудь взорвем. Пристройка завершена. Так, ну вот банша полетела, короче, вперед. Бедные ровагеры, ценнейший юнит на этой стадии для зерга, конечно. Ничего не скажешь. Хаты, короче, у Блая нет, он роучами что-то сбоку отбегает. А, у него вообще лейера нет, ё-моё. Тут банша просто доминирует вообще все. Абсолютно. Делается Steam, инвиз банше делается. Блай понимает, что с инвизом ему вообще ловить нечего против инвиза. А это очевидно, что надо чем-то... Оу, вот это уже хорошо, реводжер. Подъехали. Так, банша прилетела. Там вторая дом банша, вот в чем прикол. Вот она куда-то полетела. Проверяет Гумиху. Ага, нету базы. Сразу же, прикиньте, реагировать. Ну а как еще ему отреагировать? Хаты-то нет. Понятно становится, что какой-то уинчик. Сразу же. Так, Марик с мародером принимает бой. Бой неравный, конечно. Солдаты лютуют. Наркотой не обколоться, наркоты не подвезли еще. Ну,
Ну, это печаль, короче. Ребята хату Блай ставят. Дальше. Так, ребят, извиняюсь, что я там у чела брал в долг. Надо, короче, это... отослать ему, он быстрее просит, ему в Питер ехать просто надо. Так, ладно, досмотрим конец, это я займусь этими делами. О, тут на Стиме пришел, здесь все ясно, короче. Так, Цан играет с Риангом еще, все еще. Да, брал наводку для свадьбы Култи. А, почему Зерга ты? Не уважаешь Дениса Маркова, ё-ма. Что ли?
Чё там у вас за срач опять начался? Вот. Да чё вы спорите? В Африке, я думаю, что в Африке люди не развивались. Почему? Потому что, ё-моё, если тебе есть шанс, климат позволяет выжить, как бы, то и делать нихера не хочется. Они до сих пор там негры, вон в Нигерии, там мне рассказывали. Лежат, ё-моё, на картонках и ничего не делают, бля. Собирает какую-то бумагу, отдалбываются наркотой и все. Приехал белый человек, сумочку выхватил, понес там доллар, попросил за это все, короче. У них в крови тема такая. А Северная Корея, блин, реально стране, которой уважение. Конечно, у них идея чучхе на свой лад там и вообще азиатские, короче, вот этот лад, я бы сказал, он очень необычный, у них там все фанатично, как фанатично в Старик играют. Эти такой, этих там своя тема получается. Дать бы вот я северокорейцам России территорию, они бы уже нагнули, мне кажется, все бы. У них нет ресурсов никаких. К сожалению. А может и к счастью. Так. Жене надо тебе на телефон денежку положить, погодите. Короче, завязывайте этот спор. Я вижу, что тут стандартная, короче, тема. Спор адекватных людей с желающими раздать С-300 и тополя ядерные бабушкам на пенсию, короче. Что за чушь, Дима Воронов, вообще?
Бля, ну это просто адекватный человек написать не может. Кто их мерил-то ходил? Закрытая страна, блин. Ты побольше читай. Всякой хере. А то так, то-то, ну, будешь рассказывать на полном серьезе, что кого-то с зенитки там или с миномета расстреливают. Хотя для тех, кто прошарен, как бы, написали опровержение очень много по этому поводу. Откуда что, корни растут и т.д. Короче, не получается завязывать, да? Вот. Нет, Сингапур вообще. Почему здесь Сингапур? Сингапур находится на самом большом транспортном в мире пути, как бы вот единственное, что у них там приколы, все. Тем более город-государство, вообще нечего сравнивать, как бы. У них есть все, что надо. Просто им нужен был лидер нормальный в свое время. Неудобно. 2 минуты задержка, короче, вот. Так. Глистов нашли, о боже, ё-моё. Если ты не в курсе, то у 1/3 людей в Европе примерно есть паразиты, как бы. В России похуже у половины примерно. Так, годите. Так.
Так. Так. Так, я шист создавал, вы сами видели. Странно, короче. Ребят, погнали. Так, спасибо, Технорочкер, фильм, какой сериал смотришь? Я сейчас ничего не смотрю, смотрел «Экспансию», вот сейчас третий сезон будет, это я буду досматривать. Короче, спасибо всем за падежос, ребят. Не надо разводить срачи, лучше поддержите мне мой канал по возможности. Я пилю рекламу иногда, вот. Помните про адлоки, там про все дела, короче. Я отвлекаюсь только лишний раз от старика. Так, Сан это Корея, ой, этот китайский бог.
Так, ну что же. Так, что, в России тоже есть кто про землю плоскую угорает, что ли? Мне кажется, это кто-то секту просто запилил какую-то, ну, то есть, как некоторые вот эти в секты попадают, так и здесь что-то такое. Короче, ребят, Блай против Циана, через Старгейт Циан начал, я сейчас потом поговорю, мне почему-то впаривают, что надо стримить какие-то игры, короче, которые я не хочу стримить, я не знаю почему. Вот. Сейчас я поговорю потом еще. Почему так, я не понимаю. Типа, чтобы не спойлерить результат. Они все же одновременно играют, как бы, я чуть не понимаю, они что, по-моему, по реплеям там стримить будут. Ну ладно, я с этим разберусь, ребят, вы не волнуйтесь, сейчас узнаем, потому что, ну, не хочется, не, абсолютно мне не хочется смотреть что-то другое, помимо Блая, на самом деле, в этой группе, это очевидно, как бы, да, наш игрок, и... Ох, как хорошо Блай пришел гидрой сюда к Циану, ребят, прям царство. Отключил все ключевое, начал расковыривать вообще все здания здесь. Циан-сан Блая приходит, но здесь-то явно меньше армии. ТП домой пошло, да, пошло ТП домой, смотрите, от Санчика. Ну тут Блай крит дэмэдж, по-моему, уже нанес, я бы сказал. Шторм отменил он, Робу убил, Нексус убил, все, короче, убил. Ой, как Циан гидру тут поджал, вы видели сейчас? Царский, как их, бля, распидорасило, я извиняюсь. Этих гидралисков, ну, бля, 4 базы, бля, нормальная ситуация, в принципе, просто бомжу здесь. Ну, тут много гидры. Ну, талиски пошли убавиться.
Так, что мы имеем в сухом остатке, что называется? 13 зилотов, 4 архона, 5 штерма и куб, была 27 гидралиска, муталиска. Ну вот мута для циана здесь смертельный, потому что Сергей-то нет, и она не... Вон штурмовиков надо крошить. Все, шторм главное. Главное шторм законтрить. Вот шторм сейчас была убить может. Не будет шторма, там можно на клике нормально будет драться, как бы все будет хорошо. Шторм была законтрил, 13 кругов. Ну, ждем ГГ от Санчика, короче. Молодец, Блай. На 2-0 его убил. Хотя то гумил от гумил по 0-2. Отлетел, как бы, это очень плохо. Так, здесь охон убрал, все убить, шатают. Фига тут на минеральной линии такой кучи рабочие были за несколько ударов. 10 кровов, 10 этих дронов минус. Серьезно. Так, одного архона Блай забрал, но только одного. Тут ходить, знаете, вот цена какая убогая застройка, архоны не могут пройти к мути. Так, ну что, пул первый, короче, у Блая, ребят, он ведет 1-0, и это замечательно, потому что у него шансы на выход остаются при таких условиях, если он будет побеждать вообще. Так, сетку на Good Game, смотри, Зоран уже тысячу раз говорил, что многие сидят на Твиче, потому что, например, Good Game не очень хорошо работает у них, а в чате на Good Game они сидят, люди эти. То, что сегодня будет играться вот, а то, что, в принципе, вот, группа как выглядит, могу вам продублировать тоже матчи сегодняшние на Карва ТВ и т.д. Так, ну Блай с собаками прибежал, что-то непонятное происходило, почему сразу пробежать не стал. Что-то тут тупил немножечко.
Так, да про расстрелы с миномета в Северной Корее, короче. Это была утка от южнокорейской какой-то газетенки онлайновой, которая офис находится в Нью-Йорке. Там очень быстро, на самом деле, это было все раскрыто для тех, кто следил, как бы там, ну, это как бы моментально все опровергалось, вот. И даже сами вот, кто эти новости выпустил, потом наша вот там лента какая-то, ну, эта шляпа, короче, беспонтовая, вот, она не опровержение выпустили маленькое такое, это неправда, типа, короче, но все на опровержение внимания почему-то не обратили, как бы. Ну, и там опровержение такое, типа, как в составе там какой-нибудь хрени про вредную штуку буквами, которые хер увидишь, короче, типа того. Так, здорово, Wave, спасибо тебе, братан, за пятихатку. Привет, Комич. Комментарий я озвучиваю сам, так, бляха-муха, сервера и не поднимаются этой озвучки, а жаль. Блай делает улын, ребят, и вероятность продавливания невероятно высокая. Падает адепт раз, падает дива двас, третий адепт, второй адепт падает тоже. Надо заходить, ну-ка, на батарейки забивать надо. А, тут по двум пилонам фаербола залетает, это хорошо. Сталкера убить бы быстрее, потому что, конечно, бы не помешало бы. Значит, сталкера было убивать, сталкер минус, пока батарейка адепта, кстати, лечила. Еще раз по пилонам заходит здесь, но это 2-0, ребят, это просто прекрасно. Молодец, Блайчик.
Так, короче, там по репкам будет потом. Ребят, к сожалению, Блая. Так, ну что, Снута Гумеху ждем, ребят. Короче, извините, что молчу, я просто писал Эдди, который главный на ОСЦ. Пытался выяснить, что к чему. Вот, ну и, короче, просто они хотят, чтобы стрим подольше шел. Вот, и, то есть, по-моему, по реплеям будут игры стримиться, не которые не главные, как бы. А Блай вот скинет репки мне, и мы посмотрим Блая, короче, чуть позже. Вот такие вот пироги, ребят. Извините, что так, но вот они решили так теперь делать. Просто у них некоторые группы, наверное, рано кончались не так давно. И вот, короче, такая херь происходила. Вот так вот. Так, спасибо, ребят, всем еще раз за падежо, спилю рекламу, вот, пока не могу в полную абсолютно силу комментить, сами видите, что с горлом, вот, реактивите на мой турик, старайтесь, тоже участвуйте, спасибо всем, кто регится, вот. Так. Ну что, Снут Гумич, ребятки. Былая удача. Снут играет без газовой пул первой. В хату, соответственно, и газ после хаты уже. Вот. Гумич играет, соответственно, барак газ. А нет, погодите. Да, барак газ. Газа мало, барак газ. Это был рипер цеха, короче.
Так. Да, видел в Москве про ветер сильный, короче. Вот. В общем, и даже, короче, более того скажу по поводу этого Зоран, что в погодной группе по этому поводу прочитал обсуждение. Вот, а мне это интересно, как это по-моему, оп, хорошо, как снутри переотжал. И собака здесь подгрыз, то есть, ну, я все-таки географ там по образованию, география, БЖ, вот. Опа, хороший пес такой, тыш-тыш, резвый пес. Тренированный питбуль попался. Марика загрыз. Короче, ураганом может называться тропический циклон с силой ветра более 34 метров в секунду. Вот. На широтах же Москвы тропические циклоны формироваться не могут. Но по нашей классификации российской принято называть ураганным ветром ветер более 33 метров в секунду. Вот. То есть, если бы он такой был, то это был бы не ураган, а ураганный ветер скоростью такой-то. Вот. А ветер был 25-30 метров в секунду. Это, то есть, штормовой ветер, я так понимаю, а не ураганный. Вот такие вот пироги. Надеюсь, всем было интересно. Всем спасибо за прослушивание. Рекламу пильнул, про поддержу вспомните. Меня, мой канал поддерживайте. Так, ребят, сейчас я кинусь. Трудовым подвигом готово. СМ готов. СМ готов. Зададим им жару. Надо добавить потом будет. Куда еще? Короче. Колбаты от гумичек смуту прилетели. 4 на мейн. 4 гелика на третью приезжают. Везде проблемы. Но на третьей-то рабочих даже нет. Они что, без мода создали, что ли? А не, пока один рабочий погиб. С модом. 2, 3. Хорошо жахает. Жгут четвертую хату, погорело, погорели эти личинки, вышел Роуч под сплэшом, стоит что-то, стоишь под стрелой, не стой под стрелой, бля, написано русским языком, на борту Хелбата, блин, для дураков. Так это таракан, он без мозгов, зерг. Ладно, шучу, у зергов над мозг есть, над мозг, под мозг, блин. Так, здесь Хелбаты продолжают шатать, кстати. Как, если мне память не изменяет, было написано, что вообще на территории Центральной России за всю историю наблюдений ураганного ветра не было. Хотя, мне кажется, это хрень. Мне кажется, когда-то был больше 30 метров, 33 секунды. Но это реально жесткий ветер вообще. Сколько должны за урок? Заливай сколько есть. Спасибо, Дима Воронов. Да нет, все очень интересно. Просто мне вот интересно, как в Англии живут, например.
карту скорости ветров, а сейчас я к сведению вам скажу, что, как, например, есть Flight Radar, где самолеты все фиксируются с транспондерами, да, летающие, есть карта погодная, ветров, там, спутниковые и так далее здесь. Когда какие-то там идут циклоны или какие-то там явления. Циклон — это явление средних широт, как бы климатическое, да, умеренных широт. А в тропиках там другие, в общем-то, явления. То есть это тоже такой ураган, короче, но с несколько другими параметрами, там до 2-3 тысяч километров в диаметре. В тропиках же ураганы там несколько сот километров максимум, но они зато более интенсивные намного. Вот. Так что дело такое. Так, короче, к чему я это говорю, опять начал лепить? Потому что там 50-60 метров в секунду ветра бывают, как бы, ну, то есть, я вообще не представляю, что такое, реально улетишь вообще куда-нибудь. Ну, а самый жесткий ветер в Антарктиде был зарегистрирован, насколько я помню, что-то там под 90 метров в секунду. Вот реально дичка его. А также на... А также на какой-то горе там в США, я забыл, короче, как она называется, там всегда ветер просто. Там, ну, там особая, как бы, такая точка, где есть определенные потоки, да, там они по широтам располагаются на определенной высоте, и там всегда, короче, ну, течет ветер, как бы, большой, как-то тоже как называется, я подзабыл. Вот, надо все это смотреть. Там вообще за 100 метров в секунду ветер бывает. Даже очень-очень много видюк с этой горы есть, кому интересно. Такие дела. Погнали. А на Юпитере не 150 метров в секунду, а там сверх, ну, то, что на Земле выше скорости звука называется. На Сатурне вообще 1700 километров в час там или более ветра дуют. Короче, хочется увидеть в деле домика. Здоров, Вердос, говорит. Я этого гениального игрока вообще ждал, как бы. Ну, ворочался во сне, бляха-муха, не заснуть было. Думал, как завтра ж домик играет. Выстоит ли Блай? Не рухнут ли криптовалюты? Не обрушатся ли акции на бирже? Ведь домик сейчас будет новым бонжевый в Старкрафте, короче. Вот. Но в итоге заснул все-таки. Точнее, на Юпитере, кстати, не сверхзвуковой, но там несколько сотен километров в час, тоже очень намного темнее, чем на Земле. Учитывая, что он газовый гигант и там, в принципе, нет поверхности никакой, поэтому там, знаешь, там такая херь происходит. Кстати, недавно очень крутую увидел фотку, обработанную с какого-то спутника, по-моему, из Сатурна или с какого-то другой планеты. Там был вихрь, короче, на полюсе находящийся. Он не круглый, он угловатый такой, забыл, как эта фигура называется. Короче, я в нем много-много еще вихрей. Сейчас даже найду я вам чуть позже. Вот. Эту штучку крутую. Так, что-то тут Гумич идет снуту унижать. Вообще по игре инфы нет вообще. Так, хорошие зеленки от Снута. Так. Смерчи могут быть вообще везде. Вопрос ураганов, то, о чем я рассказывал, это вопрос терминологии. Вот.
просто вот и всего там объяснял почему, короче. Так. Смерчи-то они везде, причем виды смерчи, их там, их просто очень много разных видов. Смерчи, ребят, минус ну. Мезоциклональные там из супер ячеек. Я даже охренел, в погодной группе был в России, где-то пацаны сняли, зафоткали смерч. Туманный какой-то там, который супер редкий, короче, вообще там. Сейчас я вам скину, кстати, эту группу, кому интересно, погодную, реально крутая, блин, не пожалел, что. Так, где, бля, она? Фобос, короче. Катаклизма. Да, Оби-Ван-тес, походу, такое. Сейчас я найду, короче. Я забыл просто, в какой группе астрономической это было вообще. Да, вот GTA я нашел, короче. Ну, я вам более крутую найду. Да, вот у крутая у Dodge 2 Era. Сейчас я найду еще вам более крутую там. Наверное, найду. Так, Смут против Гумича, Гумича 1-0, погнали. Так, извиняюсь, все сейчас найду и старик будем посмотреть. Где она там, где она там. Групп много всяких разных. Тоже сейчас что-то нас наделали. Я помню, видел тут на днях, короче. Так, вчера, позавчера, не знаю. Надо найти пока. Ну, наверное, другая была группа. Ну да, походу. Так, там Марик что-то ловит, короче, я смотрю. Бля, чуть не могу найти. Короче, ладно, потом найду. Я еще хотел запостить, короче, ее где-то она. А то StarCraft идет, короче. У меня несколько групп тут этих космических. А вот что нашел, астрономия энд космос.
смерч. Но я такие маленькие тоже, конечно, видел. Смерч, короче. Вот. На самом деле, прикольное явление. В общем, ребят, этот... Сейчас, найду. Я даже маленький такой высокий смерч видел в деревне. Ну, он как бы слабенький такой просто. Именно вихрь такой был. Есть еще. Еще много интересное время живем в плане нета. Очень много фоток сейчас вот в этой области постоянно выкладывают, например, фотки огненных смерчей. Где какой-то пожар идет, и он формируется. А говорят, они формировались вообще при всех крупных пожарах городских. Например, там, когда Наполеон Москву зашел сожгли, там смерч сформировался. Такой. При бомбардировках Дрездена, Токио, там. Хиросима, Нагасаки, там, и т.д. Еще много интересного там есть всякого. Вообще много всего интересного есть в мире. Так, вроде как. Кстати, Старик, смотри. Отбивается снус, но пущ мощный. Вот я смотрю, Бла реально куча отбивался. То есть Бла Королев вообще почти не терял, да. Но все равно проиграл, короче, он Лумико. 0-2 Блайчик. Возьмет ли снус карту? Вот это вопрос, конечно. И Гумиху мощный нереально у нас, пацан. Так. Что-то снуд подтыкает тут с инъекцией на мэне. Контратак на собаках. Ну, здесь нечего ловить. Два гелика и два циклона. Ё-моё, тут вообще сгорело. Так. Зоран, ничего. Ну, ты кинул на ссылку на сегодняшний матч. А в целом сетка там другая. То я две ссылки кидал. То есть одна на группы и на плей-офф. А это ссылки именно на то, что... На то, какой порядок в группе матчей. То есть это несколько разная информация. Так, 45-40 развивается снуд. Далее. О. Опять Хелбата с Баншой. 4 королевы. А, еще и 20 луна. Собаками в таких ситуациях хорошо бы в циклонах как-то сбегать. Недостаточно просто. Ничего. Ё-моё. Слушайте, что-то снуд здесь огребает. Короче, серьезно. Я смотрю, Баншу бы еще в гумиш не заводил бы вперед. Был бы молодцом. Зашел Вижен, бляха-муха, спорки. Баншу отдал. Продолжает накидывать. Зашел на форум дотеров, написал, что тут не очень тоже смерч от пожара начался. Да там не просто смерч может начаться. По таким технологиям детонационный двигатель можно создать. А такой тип двигателя, говорят, за ним будущее. То есть он в определенной периодичностью происходит взрывы, и он таким образом тягу дает. Если совместить бомбеж всех дотерских пердаков, то можно и на четвертую космическую выйти, чтобы солнечную систему покинуть. Или на какой-то, на треть, погоди, так. Низкая орбита, геостационарная, солнечная,
Ну да, четвертая нужна скорость. Получается. Выйти на орбиту вокруг центра галактики. Короче. Банши полетели. Две штучки. Что-то летает туда-сюда гумеху. Короче, уснуто все ужасно просто, честно говоря, в этой игре. Видите, потери как бы. Но еще, конечно же, он не сдается. В принципе, против мехтирана еще можно экономику усилить и попытаться нормально все. Опа. Пока тебе тут роучи мерещатся. Чемодан Харас летит. О, уснуто уже вайперы, кстати, пошли. А надо ли четвертую вообще отменять? Вот так вот было. Может, сначала мейн зашатать надо было? Думичу-то. Дома отбился. Вот, блин, 10-то зашатал, но на мейне вообще ничего не было в это время. Гумич залетает, экономя буст на медиваке, чтобы, если что, свалить. То есть это самая цель. Ну нахера шат... Бля, я вот просто не понимаю иногда. Зачем шатать оверов, если с удара с гораздо большей скоростью атаки с каждого торпа одному дрону забирает, блин. Приехали делищ, еще один оверный саплай. Блок уснуто, кстати. И не слабый. Опа! Какое же нажигание сейчас будет. Дикое. Рабочих 10, это жесть вообще. 12-15 минус. Не, ну это ГГВП, походу, вообще. Спасибо, Энди ВРН, братан, тебе. А как же цитата Владимира Ильича? Его же день рождения недавно был тут. Вчерась. Но на чай с ромашкой тот же пойдет. Семь циклонов. Просто по 7 циклонов гумих устроит. А чё это строить-то еще? Хороший такой дотекание к танкам-геликам будет. То есть 8 танков, хелбаты, 2 тора. Где, кстати, торы? На мейне летают все еще. Ну, это ГГ, ребята. Это, честно говоря, умелая история какая-то. Уже, по-моему, Блая отыграл. Вот. Кал разворотила беднягу. Дамс, так себе. Раскладос, я вам скажу. Спасибо всем за поддержос еще раз. Блай там сражается пока с Риангом, я так понимаю. Я вот придумали-то, а нельзя Блая стримить. Охренеть можно, короче. Ну ладно, плей-оффка будет любую игру с Каледи. Можно будет стримить как угодно, как бы тут. А вот здесь вот другой расклад.
Так, ну надо ждать теперь, что тут. Сейчас я нашел тут пару групп. Может быть здесь где-то, короче, она. Какая-то шляпа, бляха, ну. Чё-то все равно не могу найти я нихера. Я помню, бля, может это кто-то где-то лайкал, что-то в стене, в ленте было, короче, а не в группе какой-то, я не знаю. Ну, уже скинули, короче, да, вот про вот этот Dodge 2R скинул, просто там вот, там была более близкая фотка, и там видно было вот в этом смерче, ой, в этом, короче, в этом урагане, который не круглой формы, там были много, ну видно было четко, что там ураганщики в нем еще как бы, то есть ураганы в урагане, прикольно очень. Ну что-то я не могу найти нихера, а в ленте, блин, если это было 2 дня назад в ленте, бля, это столько пролистать надо, потому что у меня там спама просто нереально всякого много. Сколько групп всяких, Лен, надо почистить будут эти группы все. На чай с рюмашкой, бля, не надо чай с рюмашкой. Так, надо бы добавить, ребят, на Сипатова-то это все дело. Так, 280, 98, короче. Так, плюс 280. Сколько? Так, вот. А еще что у нас? 488, да? Да. Какие дела? Так что, ребят, поддержите мой канал, поддерживайте авторитета Сипатова. Вот. Буду рассказывать вам про погоду, StarCraft, про что знаю. Вот. Скоро Сипатом быть перестану, поэтому есть уникальный шанс поддержать.
Прикольные Т-50 видюшки выложили. Так, а что у нас дальше на главном стриме? Блай Снут, кстати. О, мы дальше Блая посмотрим. Потому что главный стрим будет Блай Снут. То есть нам Блая Рьянга надо глянуть. И Блая Домика потом будет по репкам. И все, и хорош, короче. Такие вот дела, ребята. Ну что ты, авторитет шерстяной. А вот ты какой подлиза. Подтягивается он тут, подтягивается. Че, сводить тебя на речку сегодня, может? Здоров, култи, братан. Здорово всем. Че за... Чай не льется, забился. А вот и этот легендарный домик здесь сидит. Так, ну давайте на Сипатова какую-нибудь цель поставим, а то что-то как-то неприкольно, короче, да? Ну пусть будет 7000, типа, фраер любит счастливое число, 7 счастливое число. Пусть так будет. А чё, блин, почему бы и нет? Пока не знаю, что за монитор собрался покупать. Много стримов. Надо съездить, короче. Надо съездить будет. Какой авторитет на смену Сипатому придет? Не знаю, короче. Авторитету Денису Маркову на средства от запаха ног будем собирать следующие, ну там, 10 тысяч рублей. И все нормально, короче. Так, ну что, ждем Блая, короче, и идем смотреть Блая Снута. Все дела. Какой матч на мейнстриме? О, Риан Гумихо последний, но это норм. Это норм. Он и спорте, кстати, есть ставочки на этот турик, кому интересно. Но поаккуратней с вилками. Потом опять я буду виноват, бляха-муха, во всем.
Что могу сказать о самом крупном турнире Зерк ТВ и Медоед? Ну, по крайней мере, по сотрясанию воздуха это самое крупное, да, событие, как бы. Я просто не понимаю, нахрен такие названия делать на турнир, если ты как, бля, в воду пернул просто. Запили сразу призового, как бы, ну, то есть, понятно, что он, наверное, будет больше гораздо потом. Но смысл начинать, если сам еще туда вообще не впилил, как бы. Так люди сразу увидят, зарегятся и все. То есть ты хочешь сказать, что меньше 18К 144 герцовок нет, что ли? Придется дособирать-то анамоник, пацаны. Мне кажется, что есть и дешевле. Я-то как бы 60 не хочу герц, просто, ну, там еще матрицы разные ведь всякие есть. И все дела. Не 7000, а 7700. Опа, какую идею грамотную мне предложили. Вот как. Вот это чисто авторитетное число, согласен. Тафос 69 шарит, на самом деле. Ну, чё ты там унываешь-то? Челец. Тебе этого не дам, шоколада, понял? Вредно тебе. Так, ребят. Буквально секундочку, я буду отсутствовать, сейчас приду. Так, все, я здесь. Но мне не обязательно 144 герца. Мне надо, чтобы 100 было там герц, как минимум.
для глаза, чтоб норм было и все. Кстати, вот на LG у меня 100 Гц, мне кажется. На этом-то точно 144. А вот на втором, мне кажется, там и нет нифига. Че, ладно, разберусь я, хрен с ним, с этим Моником. Уснул-то пул первый, Блай понял, кажется, что здесь агрессия идет жестко. Снут делает самый ранний Беллингбаст, короче. Блай две плетки. Рабочих больше, может вообще не дефить, короче, эту базу, я не знаю. Будет Блай пытаться, интересно, ее отбить. Вот он не видит, что Бейны делаются пока что, к сожалению. Да, два монитора у меня, конечно. Я чё вообще сейчас так бомба-бомбареско такое мах. То есть Бла решил, что он сможет пушку вот так вот взять и вкопать. Ну да, Бла так решил. Ну ладно, посмотрим, что тут Бла вкопает в итоге. Пушка продамажилась на Бейлинге, просто нереально. Зато он спустился вниз, слушайте, он прикрыл, короче, спуск свой получается, и можно теперь хату здесь пилить заново, как бы, и все. Плетка дохнуть начала, ё-моё, криптумор, во. Все, остановилось горение ХП. Перекапывается Блай. Слушайте, но он уже не имеет никаких преимуществ здесь, к сожалению. То есть у него рабочих уже меньше, блин. Хата у него позже. Скорость у него нет, блин. Короче, не очень хату терять по этому билду. Так, понял, Вердос, спасибо тебе за инфу. Вот. Это же для второго компа просто. Как бы там не я буду сидеть, наверное, даже вот так вот. Привет, Фейерликлип, здорово вообще. Откуда я знаю, какая там мигающая, не мигающая там подсветка. Чё за мостовой режим и при чем здесь я вообще? Магистр. Это типа 2 StarCraft, чтобы запустить или что? Что за мостовой режим, я не понимаю вообще. Ладно, я проконсультируюсь с корешем еще, как бы, по поводу Моников, что там из сегмента подешевле есть, как бы, который в магазе работает, он уже лезет шарик, вот, и там уже видно будет. Так, погодите, Блашпиль, уснута третья уже готова, давайте сейчас овера отдадим, а ведь отдадим, а не, улетел, нормально, ушел, переоценил я рейндж королевы что-то сейчас. Бла, 6 оверов, как обычно. Вот это вот стандартная Блая схема. О, ну какой-то пуш делает, кстати. Да не какой-то, а безлейеровый пуш с роучами. Слушайте, опасный пуш будет. Блая, правда, вот плюс, что у него две пушки после обороны сохранилось, и шпиль почти готов. Слушайте, если вот Снуд дойдет до куда-нибудь до сюда, то ему больно будет от муталисков, на самом деле. Вот пуш пошел. Не идеальный для Блайк еще расклад, но можно жить. Нахера вот это все отменяй, два муталиска, ё-мо, это ж целых два муталиска. Че, Блайк, творить-то, ё-мо? Какие бейны вообще, что он делает, шпиль готов. Бля, Блайк херню полную делает, реально.
Закажи ты, блин, 6 муталисков. Нахрена эти 2 муталиска ссаных вообще нужны, не пойму я, блин. Пушки не достают, здоровы через стенки, бля. Ну просто красота в кавычках, а? Чудеса, да и только. Ну и чего дальше? Ну вышли 3 муталиска ДПС, у них вообще ни о чем. Включай 1-0 снут, ребята. Так бы пушки поставил бы ближе, чтобы они тыкать начали. Скорость собакам и коготь, и скорость роучам просто, это минус 3 муталиска. Не, ну скорость собакам, ладно, нужна, а вот коготь и роучам скорость очень нафиг была не нужна. ДГ пишет Блай. Чушь полная, как получилось. Космос, Моники сейчас космос стоят, конечно, все эти. Да я думал удочку закинуть вообще, может мне Моник кто-нибудь там где-нибудь под это. Ну потом забил хер, короче, вообще. Всякие эти, даже если бы был бы там какие-нибудь обзоры эти делать, короче, самые нахрен надо вообще. Так, ну что, погнали, ребят. Снут 1-0, короче. Хорош, блудить уже магистра, я вообще хз. Получается. Ну там и там без газовой опенинги, короче. Блай зачем-то пушку ставит. Бля, вот можно было сейчас и окружить попробовать.
Ребят, я вот вам скинул ссылочку на Мочерина и код, короче. Только там надо залогиниться, короче. Если вы туда зайдете, этот код введете, короче, по ссылке, то это плюс доллар турниру будет, но с вас доллар не спишется, как бы. Так что, кому не впадло, ребят, поддержите. Молодцы, на самом деле, Эдди, вот кто делает этот турик. Хороший турнир, из игры можно стримить, как бы, и... чем больше турниров, тем лучше, короче, что говорить-то тут. А у СС прикольный турик, и корейцы, и вообще все здесь играют на нем, и европейцы, и американцы, там, и т.д. А Эдди вообще из Австралии сам, как бы, и они делают вот это все ОСС. ОСС — это австралийский, короче, турик получается. Вот так вот. Так, у Блая 2 газа, у Снута что? У Снута 3, но он только строится вообще. А у Блая уже там сотка скоро будет. И вот третий начал добывать, он тоже. Так, ну что, ребят, 1-1 у Снута, у Блая что-то нихера не делается, по рабочим Снут в плюсе, вот вроде как бы одинаковые билды играют, а у Снута, блин, на 8 дронов больше, непорядок реально, и грейды раньше, короче, все раньше что-то, ну вот, боя вообще почти не было, можно сказать, причем, а, Блай собак заказывал вообще. Ну, в смысле, не для себя. Я для себя моник беру для второго компа. Может, я его вообще потом туда на квартиру, ну, где с семьей живу, унесу. Там уже там ноут, как бы, на бук наш. Пусть Дашин, он Дашин, но я им тоже пользуюсь, как бы. Вот. Ну, покупал я, понятное дело. Вот. Вопрос в том, что он умереть скоро может. И может, комп туда отнесу в итоге. Пусть будет стационарник, там почему нет вообще. Оверсира, блин, Блай отдал. Оверсир-то как? Я понимаю, все оверы, ладно. Просто три овера и оверсира, короче, Снут Блая забрал. Блай с собачками бежит, у него 38 лингов, здесь роучи уже как лингов. Да, так себе затея от Блая какая-то. Но у него шпиль, у него сейчас 13. А, тут масмутка. Имбов тупой нуб. Вот в чем что тут прикол. Да, 13 мут. Альс, а грейд на атаку им делать. Я не знаю, что за масмут без грейдов. Снут вообще понял, что происходит или нет. Нет, Снут нихера не видел, но... Здесь королева есть, спорки. Ну, на четвертый, кстати, ни спорок, ни хрена нет. Гидродена у Снута нет. То есть шанс вот здесь нормально подраться Блаю. Только не надо через крип лететь. Это единственное, что я хочу, чтобы Блай сделал нормально. Так. Линги тут криптуморы шатают, я вижу. Да, Снут понял, что тут у нас мута. Начал, короче, этот, спорки везде пилить. Сколько муталисков? 15 все летят сейчас. Вперед Блай начал роучи пилить. А, это роучи линга Б. Вот я не понимаю Блая вообще, я не могу этого понять. Ну, все равно же у тебя роучи будут основной ударной силой. Я, конечно, понимаю, беллинги, да, беллинги это хорошо. Но как ты делаешь один кога, здесь 2-2 будет на нули и твои. То есть у тебя будет 0-0 роучи, а здесь 2-2. Как победить вообще? Непонятно мне это абсолютно.
А надо полностью в миличный стиль играть в перспективе выхода в ультру или брудов там каких-нибудь, не знаю. Так, что-то дрон как-то криво непонятно ездит. Так, летает Блаймутка и Снуп кофится. Пошли по катушке Бэйна. Нахера Блай 15 роучи вообще? Зачем ему 15 роучи-то, я не понимаю. Играть-то от чисто линкбеллингов. Что эти роучи должны сделать, просто не понимаю. Так, две королевы, хорошо, Блай. Третью минус. Че себя космос-то убежал? А, он вообще мимо кофе свалил. Инфесторов, конечно, нагибать надо муталисками. Хороший, вот это хороший уровень на Блая был. Ресурсов вообще немерено у Блая, кстати, стало, сейчас посмотрю. Мута полетела роучи ловить, кстати. Вот они вперед бегут, так у Блая тут есть королева две с полной энергии, сейчас минус будет, да? Ну, конечно, как же еще трансфьюзиться, зачем? Так, еще 56 собак Блая делает. Надо Бэйнов-то пилить, пока люркеров нет, и идти убивать смут пытаться. Ну, муталиски 2-2 роучи, вообще пробить не могут просто. Ресурсов 2к на 2к делает и... О, 38 Бэйнов. Да можно даже больше делать. 5 оверов у Блая. Личинки ведь есть, деда заказ собак тогда в дотекании. Какие роучи вообще, нахера? Роучи нулевые, блин. Вообще не понимаю вот таких. Такие вот приколы, старики не понимают. Так, пошли Бэйны. Нет, ну хорошо дерется кто-то. Бэйлинги вкатываются, мягко говоря, не идеально, как бы и... Ну, короче, все отбивает, 20 роучек. Блядь, что Блай делает? Мне вот на это больно смотреть вообще, а? Ну какие роучи? У них 0-0 апгрейды, 0-0. Здесь 3-3 уже будет сейчас вообще. Ну какие... Бля, я матом хочу ругать. Ну какие роучи, ёп! Вот атака пошла. Но если ты делаешь свич во что-то, делай под них грейды, чтобы хотя бы сейчас две атаки было бы у них бы. Они хоть как-то дрались бы с Беллингами. Но они вообще без шансов здесь. Короче, сейчас будет Блайф 3-3 просто грейды драться. Это дичь какая-то вообще. Смутовские с одной атакой, блин. Муталиски вообще тут никого убить. Тут еще и королевы 2-2. Прикиньте, как они муту пальтушат вообще в хлам. Пошел хайф. Ну делал бы хайф, брудов бы выходил тогда вообще. Ну, тут в втором что Блай отжимает вообще. Блай сваливает. Все, запас весь прожран ресурсов. Вторая атака пошла, неужели? Не, пока Блай не научится грейды делать, вот Блай не будет стабильно снупов всяких шатать. Он не выйти на новый уровень, не выйти как бы будет просто. Надо научиться делать апгрейды всего лишь. Как мне, вот мое мнение было. И при, ну, разница будет просто небо и земля, короче. Все, 170 с ними. Ууу, тут дрейлджеры подставились. Просто 3-3 на одну атаку. Ну, пожалуйста, вот это. Вот, вот. Да здесь уже прям, бляха-муха, страшно становится, только эти видеоцифры, блин.
Так, ну что, Блай, кстати, еще и выиграть Блай может. У него уж Greater Spire. И сейчас он брудов наморфит, допустим. Шансы. А, муталиски пошли. Ну давайте, да, муталиски 17 будем делать. Там, бля, Greater Spire есть, а мы муталиска 17 сделаем. Кстати, Блай отменил вторую атаку, короче, в шпиле и закал Greater Spire. То есть сейчас будет мута 1-0 биться против 3-3, короче, земли. Отличное решение. Так, Снут идет в контратаку. Здорово, Иван. 007. Все нормально, короче. Так, Нута полетел. А сколько у Снута спорок вообще? Достаточно ли у него спорок? Ну, спорок у Бравейтера, конечно. Вот не кост прошел, а Снута один единственный. Королева падает. Сейчас еще мне кост будет. Бля, ну что Влай творит-то, не понимаю. А, вот лучше как побежали Снутовки. Влаю. Пока Влад, ну, Снут бегает, он делает гидру. 3-3 гидра против этой мута 1-0. Это жесть какая-то вообще. Гидра выходит, мута увязла. Короче, ГГВП. Короче, знаете, почему меня бомбит реально такого? Вот ладно, взять Касса, как бы, да, там у него проблемы со сплитом, био бывает. Тут, ну, вот в этом случае не скажешь, вот просто возьми и начни сплитить круто. Ну, как бы, это надо трениться, и не у всех, может, как бы, ну, к этому лежит, как бы, да. То есть это контроль, это контроль, это практика, да, как бы. А здесь-то просто, ну, все, контроль есть, везде все нормально. Просто играй-то нормальным стилем с грейдами вообще. Это надо просто поменять свою политику и все как бы. Полетели карактеры, карактеры. Минус грудов не будет. Что-то была сегодня как-то совсем не ударе, я бы сказал. Печаль полная. Интересно, как с Рианом играл тоже. Еще пытается была здесь покажаться. Чего он задище-то, блядь, творится? Оставил лингов ровно столько, сколько не добьют хату, блин, Блай. Ну, тут каждый роу еще пытается спасать, но это ГГ. Шпилю самого построился. Да, бы Блай, вот реально, у Блая был шанс, знаете, когда? Вот если бы он вместо заказа 20 муталисков заранее карапторов бы сделал, сделал бы брудов штук 10. И просто увеличивал бы их количество. То есть там брудлинги могли бы с двумя когтями зарешать, как бы, плюс брудов. Ну, то есть гидра могла бы их не пробить просто, и это был шанс для Блая, но он как бы... Зачем-то 21 муталец заказал, или даже больше. В итоге вы видите, что творится. Снут зачем-то караптор... А, ну Снут боится брудов, походу. Как раз таки караптор сделал. Поэтому, ну тут 4 бруда, они вообще ничего не сделают. Сколько там гидралов? 12. Даже 12 ничего не сделают. 0-1 грейды, здесь 3-3. А, еще караптор здесь. Вот такие вот дела.
конкурент сейчас будет. Так, на Корею идем. Так, прыгаю в игру. Thank you.
Реплеи с турнира. Чьи именно реплеи? Ну, они, наверное, потом выкладывают, но у меня есть реплеи того, что я стримлю, как бы получается, да? Поехали, Гумичерянг. ТСМ готов. ТСМ готов. Улучшение командного центра завершено. Так, ребят, сейчас секунду, что-то, блин, солнечно очень. Кошка, всем здорово, опять же. Вот, насчет реплеев, короче, я уже все сказал. Так, пилю рекламу, помните про лот, подписывайтесь на премиум, поддерживайте меня и мой канал обязательно. Вот. Ну что, Гумичерянг, ребят, билды, насколько я вижу, одинаковые были. Газ-барак в два газа, в раннюю фактурку, в двух риперов, в циклона. О, попадалово от Янга, короче, залетает. Хоть одного рипера забрал, и то хорошо. Двух потерял, одного забрал, разведал, что здесь происходит. У Гумича, что у Гумича танк уже делается, как вы видите, вообще.
Такс. Тут в третью цеху. ТСМ готов. Брось дороги! ТСМ готов. Угу. Ну а как Рианг Дефис-то собрался, чуть не понял. Четыре циклона есть, все на мэне стоят. Армори пока тоже, кстати, не наблюдается. Ну, кстати, с минус броней-то можно попытаться подраться будет. Опа! Может, в контратаку имеет смысл, да, пойти? Или вообще с... А, с тыла Рианг заходит. Ну, ясно. Что он делает-то вообще, не понимаю. Рианг, я имею в виду, конечно же. Ну, тут можно даже кинуть, смотрите, инвазивки, три есть, как бы, три инвазивки кидаем, три танка блочим, все, как бы, изи оборона. Пока Рианг соображает, прошло времени, миллион уже. Циклон один невычиненный, Гумиху сразу же фокуснул ему. Пошел размен, слушайте, вот это уже интересно. Здесь три хелбата плюс циклоны. А здесь что вообще? Блин, ну вот танки были бы, хоть один танк у Рианга, было бы попроще. Танчиков не было, соответственно. На мейн заходить. Так, вот инвазивка пошла, две автотурели. Тут Рейвены, вот у Рианга плюс то, что Рейвены у него есть. С Рейвенами будет попроще, конечно, ему пробревать. Танчик готов. Слушайте, Рианг нормально накидывает, я вам скажу так. Тут есть шансы все на победу. Инвазивка поперла тоже. Ну, Рейвен, кстати, минус. Надо Мариков оттеснить, попытаться от танка, чтобы он расфризился, да. Сразу же, правда, Гумич покусит этот танк. Слушайте, ну, Рианга реально больше боевого. Слушайте, Рианг здесь победит, у него два Рейвена, походу. Да, да, реально это победа для Рианга, ребята. Боевого больше, Гумихо БГ пишет. Смотрите, сколько лимита Гумихо много. Но это победа Рианга. Так, прыгаю по Гумичу в игру. Так, секундочку на смотрю. Кое-чего, короче. Надо мне посмотреть, что Блай не сможет 3 числа сыграть турнир. Я сейчас посмотрю, есть ли дата какая, куда можно перенести, например.
Так. Улучшение командного центра завершено. Смерть на пороге. ПСМ готов. Так, ребят, все, извиняюсь. Отписал Юрий. Короче, наверное, дату мы поменяем, короче, турнира моего. По микапа. Почему? Потому что Блай там на море будет 3 числа. Я хотел, чтобы все могли. Скорее всего, на 6 на воскресенье перенесем. Вот, там будет гоф ОСК, конечно, но поставим время где-нибудь 18:30 или какое-нибудь такое, и будет нормально, как мне кажется. Так, ну что, ребята, Гумич против Рианга, ребят. 1-0 ведет Рианг. Гумиху как-то нелепо отдался, пошел в размен. И циклоны с геликами плюс 2 Рейвена зарешали. А у Гумиху Марики танки были там, короче, по чуть-чуть он терял. И привет, Никс. И отбился, короче, в итоге. Соответственно, Рианг дома. Так, что это я хотел глянуть, короче, что я хотел глянуть. ПСМ готов. ПСМ. Наведения включены. Давайте что-нибудь. Наши КСМ атакованы.
Так, ну Кудлун еще опять циклоном что-то заехал, отдал циклонов всех, короче. Вот. Сейчас прикольный момент был, ребят. Сбился захват, короче, у циклона. Умудрился Риан выйти за оранж скана. Слушайте, что-то Риан Гумиху просто унижает, а Гумиху фаворит абсолютный был. Вообще по коэффициентам, там по всем делам, по этим. Пристройка завершена. ТСМ готов. Блай уже должен с домиком играть. В общем, сейчас мы досмотрим этот матч. И Блай скинет репки, короче, против Рианга и домика. И мы посмотрим эти матчи, потому что остальные мы видели. Блаевские матчи. Что-то Рианг прям, я смотрю, мощный. Как бы, что-то мне за Блая печально становится. Гумиху-то Блая ушатал. А Рианг, смотрю, шатает совсем не слабее Гумиху, потому что он самого Гумиху шатает. Но другое дело, что это ТВТ. А Блай может какой-то Чезариски сделать интересный и убить, например, Рианг хотя бы карту одну. Минус банша. Не отпустил Гумич одну. Ну, кстати, по лимиту Гумич в плюсе. Все нормально здесь. Третья ЦЦ у Рианга, правда, пораньше начала добываться. По рабочим уровень абсолютно идет, пацаны. Сейчас Рианг обгонит, у него уже добыча вовсю идет, он сытый инкам-то, у него больше, и газа больше, и минералов больше, короче. Но Гумиху Рианг, понятно, что выйдут, скорее всего. А вот третье место актуально. Есть ли шанс у Блая против Снута там или как вообще? Привет, Гал. Здоров и тебе. В этот раз, кстати, Рианг Биу играет. Смотрите, инвазивка на Рейвена прошла. В итоге Рейвен падает. Слушайте, Рианг выносит что-то здесь. Просто Гумиху. Третью базу, сам четвертую ставит. Вторая атака. Почему только одна инженерка работает? А, вторая просто втык, короче. Просто Рианг завтыкал. Танк криво раскладывается как-то. Пытается Риан помочь фокуснуть его. Фокуску, кстати, помог ГГ. Пишет Риан 2-0 вообще вынес просто в хлам.
Так, ну что, ребят? А, не факт, что Рианг выйдет, а как там Рианг вообще? Ну, домик уже все улетел, Гумич первый. А, слушайте, Гумиху походу Рианга проталкивал, пес вонючий. Они охренели, что ли, говноеды, блин? Это реально договорняк какой-то был. Дайте-ка на Европу пойду. Так. Ага, сейчас, короче, ребят, сейчас я... сейчас посмотрим Блая по репкам, ребят. Два матча, которые мы не видели. Реально не знаю, в каком порядке это были игры сыграны, но давайте смотреть просто, вот, давайте просто смотреть, поехали. Короче, Блай навряд ли здесь выйдет, я так понимаю. Вот. Гумихо толкнул Рианга вперед. Остальные я хз там, короче. Так, а вы видели, кто писал? Погодите. Секундочку, ребят, сейчас мы заново начнем, я извиняюсь, короче. Вот. Сейчас мне на Америку надо сгонять быстренько. Почему? Потому что тут инфа.
Так, ребят, знаете что? А это что такое у нас? А вот тут Бла как раз и стримит, отлично. Ребятки, прикиньте, Блайт-то прошел. Это прикол. Так, ну что, ребятки, Блай против Рианга, это то, что я и хотел. Стрим же, что я на Америку пошел вместе со всеми, еще будем смотреть. Блай прошел из этой группы, это просто лол, короче, походу. Так как у Блая один, ну, то есть, ему нужно было, чтобы Снут Сан был 1-1, короче, вообще. Вот эта игра ночная, да, походу, это первая была игра, соответственно.
Войска Роя атакованы. Королева успешно создана. Так, ну что же, ребят. Все, ребят, турнир походу, короче. Так, во-первых, пилю рекламу. Всем здорово, во-вторых, помните про отлоки, подписывайтесь на премиум, поддержите мой канал по возможности. Вот, всем громадное спасибо, кто так делает, короче, поддерживает меня и мой канал. Вот. Сейчас мы посмотрим Блая против Рьянга игры. У Блая нет овера, чтобы заморфить нахрен реваджеров, короче. А чё он не морфит-то их? Я вообще не понимаю, что Бла делает. 4 роучи пришли. Странная какая-то реальная атака. Так, одного реваджера Бла делает. Рианг решил вообще свалить отсюда, что ли? Да, сваливает Рианг. Потери уже 4 КСН-ки. Еще 3 реваджера делают. Слушайте, а сам Бла, кстати, в макрос переходит. То есть Рианг сейчас это спалит даже при этом всем. Вот танчик, кстати, появляется. Тут отступить, по-моему, Блая нужно и не париться. Рианг должен был понять, что здесь третья хата уже. Да, еще одна КСМ куда-то выехала, отдалась. Ну тут нечем спускаться, кстати, пока что Риангу. Рипер пролетает. Ой, тот что-то делает вообще. Так. Четыре реводжера. Бла, лейер, короче, дома. 47-39 по рабочим. Делается броня. Инфестейшн пошел. Опять спорка поздняя нафиг у Бла. Че со спорками у Бла за херь творится, непонятно. Че вовремя спорки не поставить, Бла, никак, постоянно, блин. Что-то катает туда-сюда Блай. Не понимает. Оверсир готов. 10 дронов еще. Но потери минимальные. Хотя как, 11 дронов Блай уже за эту игру потерял. Вот там, кстати, так, у нас банша неплохо. Там, кстати, био, между прочим, от Рианга с третьей ЦЦ-хой. Не мех. Ну, против био, смотрите, хайф на 7-й пошел. Против био можно, получается, в ультру выйти достаточно раннюю. Добавить второй эволюшн, например, по дронам у Блая. Хорошо сейчас уже все выглядит, я смотрю.
Так, тут что-то Рианг танчики подразложил, смотрю, 4 так прям. Бил где-то сзади там находится. Блайт склонов тем временем будет. Гидра пошла, то есть это Роучи Реваджера Гидра. Плюс 2 вайпера. Будет зеленка. 4-я хата есть у Блая. Начинает ее качать по чуть-чуть. Туда дроны строят. Нифига себе, Блай. Смотрите, как Блай крип четко плодит. Прям молодец, крип. Вот я смотрю, Блай грейданул крипа, крип. Как он тянет. Тут параметр очень не слабо. Ну, сейчас очень больный дроп может зайти, потому что здесь вообще никакой обороны нету, Блая. Насколько я вижу. Это минус карта, это минус дроны. Где-то 6 рабочих погибло. Пару даже ушло, что удивительное. Заново, короче, Блай хату ставим здесь. Тут Ян бегает, криптуморы вычищает. Блай сразу же пошел королевой какой-то новой ставить, походу. Или где она? Где? Вот они, да, две даже идут королева вперед. Так, подловил Брайан дроп, прикольно, но не смог минус нюхать. Медивак, зато здесь марики посливались все. Аккуратнее надо Блаю быть. 150-138, очень много ресов как-то у Блая. И второй валюшу наконец-то он сделал вообще. Не добавил, добавил Дима, как ты видишь, второй валюшин Блай. Блай добавляет, просто у него бывают стыки из-за того, что напрягает его там как-то. Поэтому билду у него один, хайф и второй, потом валюшин там идет. Так, 6 гидралов, еще 8 оверов делается. Хата восстанавливается Блаем по чуть-чуть. Что-то саплай блок какой-то жесткий получился, я смотрю. Арен вперед пламя. Да, ломанул вперед. Две королевы, минус крип, минус. Гидра что-то ждет. Опа, минус банша была или что это, даже не понял. Какой-то юнит летел, но это не медивак вроде, он по-другому погибает. Зеленка на марик. Два либератора на мэн. Здесь спорки по периметру везде вообще. Это хорошие спорки. Еще бы криптумуры Блайн оставил, то вот здесь бы их поставил бы просто и вообще бы ничего не сделал бы. Тайбрейк, Санблай. Да ну, какой тайбрейк. Опухоль атакована. Навряд ли будет тайбрейк, потому что Циан это Блай унес 2-0, там, по личной встрече Блай должен тащить. Хотя я не буду ничего утверждать. Блай сказал, что он выйдет, если там 1-1 будет счет. Но Блай шарит в таких делах, где он выходит, где он не выходит. Так, 160-185, то есть у Блая хороший лимит. Опа, 8 грудов подъехало у Блая. Вайперы пока что без энергии, но только пока. Нужно их быстрее как можно сюда приводить и отбиваться. А где бруды-то делаются вообще? На второй базе? Да. На второй базе делаются бруды. Два решил вообще не драться до брудов, короче. Дроны уходят отсюда вообще наверх куда-то там поехали они. Так, будет Триан гнаться туда или что? Все, бруды полетели. 8 есть, 9 делается. И, кстати, а там 4 гаста плюс 4, 8 гастов скоро будет. Дроны что-то туда-сюда ходят. Можно, кстати, закусать вот этих трех мариков дрончиками. Так, зеленка по танкам пошла. Хорошая зеленка. Вместо того, чтобы мариков убить, Блайд все просрал, конечно же. Но идет вперед, при этом 3-2 грейда делает. Дронов можно было и не просирать прямо сейчас. Так, хорошо, тут медиваки Блайд забрал. Гидра добивает мариков, пытается нагнать еще один медивак Блай. Нагонит. Так, какое там качество на твиче?
либо одинаковая с Good Game, либо похуже, но если я стримлю только на Good Game, значит это рестрим, и там очевидно, что качество похуже будет. Потому что не из игры стрим идет. Короче. 16 дронов была еще устанавливает. Идет в атаку, надо шатать. Что там по гастам? 13. Это уже реально много. Плюс викинги. Что-то долго Блай как-то пыжится. Чего-то он так долго идет-то, я не понимаю. И стоит, главное. Ну что стоит, Блай? Бруды есть, все есть. Иди убивай нафиг. По гасту неплохо так прилетело. Минус 2 вайпера. Снайпершоты хорошие. Решил была не ломиться вперед, что ли? Кстати, ультралис Кевина была есть? Не, вообще нет. Хотя какая здесь ультрака, там гастов столько много. То есть, по-моему, вторую игру Блай долгую играл. Мне почему-то кажется, что это не первая игра с Риангом Блая. Ну, может быть, и первая. Точно вам сказать не могу. Так, доделался. Коготь у Блая уже первый, на второй заказывать. В этой игре хоть грейды делают. Сказал я, а на брудах 0-0. И шпиль не работает. Ну, а не только делать-то, она и на шпиле грейды делать тоже. Так, занята база новенькая, везде добыча идет по чуть-чуть у Блая. Вайперы энергию пополняют. Блай не собирается лезть, Блай ждет, когда на него Ренг сам полезет. Смотри, сенсорка такая прям наглая. Со стороны Рианга. Вот сейчас Блай, если даст заснайперить, это будет ужасно больно ему. У Рианга 3-3 био уже. Так, тут забегание пошло. Ну какая-то долгая и нудная пока игра идет, но Блай пока держится. Хороший фокус викинга. И пи-пи-пи-пи-у по гидре пошло. Все превратилось в фарш. Опа! А вот это элегантное решение. Я уже говорил вам, ребята, в чем гастов особенность. Они хорошо снайперят все, но против брудов гастам тяжело, когда брудов начинает копиться больше 10 штук. Почему? Слишком много брудлингов, они всех кусают, снайпершоты сбивают, соответственно. Блай куда-то ушел, куда там Блай-то ушел? Ай-яй-яй, уходи, Блай. Взял, ушел, что-то в 7. Ну, что творить-то? Надо развернуться, тут снайперы от брудов. Ян слабордел совсем. Вайперов отснайперил, брудов в итоге 12 штук. Фига Ян заснайперил, получается, 3 или 4 бруда сейчас. Третья атака ранжовая, второй купить ультралом панцирь. Тайбрейк. Это групповая игра. Такую первую серию они сыграли 1-1. Здесь по 2. Здесь да, вообще 1-1 максимум счет может быть. Короче, зачем нести хрень, если ты ну, не шаришь как... Вот, или что ты имеешь в виду просто. MNUA, я хрен знаю. Вот. Это игра игралась параллельно с Нут с кем-то играл. С Нут Гумих, по-моему, параллельно было. Попросили не стримить как бы матчи другие, чтобы там типа результаты не палить. Вот. Не факт, что вторая игра, но помню, что вторая долгая была Риангловая. Вот. Тут что-то такое ощущение мне, что была уже и не вытащить-то эту игру. Посмотрите, доминирование по лимиту по всему от Рианга идет.
Блайк еще хорошие грейды, и даже на брудов он атаку одну сделал. Ну, как дальше быть, я даже хз. Еще 4 бруда Блай делает. На бейнов сделать, в конце концов, брудлинги плюс бейны. Они в бейны сюда докатятся до гастов. Они начнут, там можно даже вручную на X взрывать бейнов, начинать как бы в гастах. И они будут снайпершоты сбивать. То есть надо что-то, что будет сбивать снайпершоты Блай. А это что эффективно делает, ну, сбивает снайпершоты? Это Микос, либо бейны. У Тинфестера есть. Главное их на муви не слить, на снайпершотах те же как-нибудь. Блай не лезет нифига, ну и правильно делает. Опа. И бейны, и снайпершоты. Кстати, хорошее решение. По катухе есть? Есть. Коготь третий есть в заказе? Нет. Печально. Бля, ну вот и херню они придумали с этими спойлерскими, спойлерить, типа результаты не спойлерить. Не, ну я понимаю, на самом деле, как... могли бы и дать, на самом деле, постримить, короче. А потом бы... А, стримили бы на мейнстриме своем, и все. С известными результатами. Чай кончится, печаль. Оп. На планетарку забегание от Блака, СМ уехали, добыча сбита вся. Там ядерки у Ренга пошли, ядерщика врубил, да? Ух, ничего себе, сколько вообще Академии? 6, хрена себе. Еще где-то одна должна быть Академия. Где еще? А вот еще одна. Офигеть, 6 Академий, это просто... Это ядерный террор вообще какой-то, бляха-муха. Началась дичь, короче. Выдержит ли Блай ядерный террор? Вопрос открытый пока. Бейны идут вперед, линги Б. Так, сетера хорошая. Бейлинги гастов врывает сюда. Зеленка от вайперов пошла в руды, просто не успевает. Тупо кидай Микос, Блайчик, кидай Микос, Микос не кидается. Все, в фарш превращается. ГГ, короче, походу. Да, похоже, ГГ. Ну да, что-то я на большее рассчитывал, конечно, ну а что в принципе-то я и сам могу стримить, как бы, да? Тем не угла эти репки-то есть.
Так, ну все, я в игре, ребят. Рекламы спильну, помните про адлоки, подписывайтесь на премию, не забывайте поддерживать меня и мой канал, естественно. Всем за это громадное спасибо, смотрим Блай, ребят, стримы каждый день идут, я прям рад этому. Не знаю, что сегодня вечером будет, там можно, конечно, BTSL Европу порестримить, как бы, но я пока не знаю, буду ли я заморачиваться. Угу. Вот Блая придется перестримить в группу Б, но это 25 будет числа. Сегодня не уверен, я сегодня просто я хочу выйти с человеком пообщаться. Мне надо в телефоне УС разогнуть под симкой УС, там, потому что он симку меня не видит. Только попросить, короче. Так, Рианка 1-0, поехали. Постмен UA, это по репкам мы смотрим то, что... Очнись, это мы смотрим по репкам то, что было, ну, параллельно с тем, что я стримил, и все, что стримили, как бы. Это уже, как бы, в прошедшем времени игры были, они уже состоялись, то есть... Это 1-0 Янг, сейчас Бла, если карту возьмет, то будет 1-1, соответственно. Вот, и когда вот эти, короче, по репкам вся кончится тема, то тогда, ну, будет, в общем-то, возможность... узнать, как в группе все кончилось, как его. Но Блай, так я понял, что выйти должен. Здоровье так получше, но пока сипатый, да, тут ничего не поделаешь, бро. Тут реально ничего не поделаешь. Что, ребят, вторая карта Блай против Рианга, вы видите сами, она называется Black King. Вот. Блай на 7, Рианг на 11, на часе, простите. Блай синий, Рианг красный, в этот раз без потерь рабочих больших каких-то начинается все для Блая. Вот. Здесь нет десайдеров. Это же группа, короче. Это что, СС мастер здесь играют, каждый с каждым, короче. Но, так как у них очень быстро стримы проходят, группы попросил Эдди, чтобы, ну, все стримеры стримили только то, что стримит мейнстрим, чтобы не палить результаты. Поэтому мы не смогли все матчи Блая сегодня посмотреть. И Блай против Рианга, и Блай против Домика, короче, будет отдельно, в общем-то.
Может, еще что-то будет, короче. Не знаю. Пристройка завершена. Пристройка. Здоров, Акирыч, ребят. Я даже вот как сипатому соберем мы 4 семерки, счастливое число, авторитету. Даже знаю, на что буду собирать. Поджужжос, короче. А буду собирать я на поджужжос, на поджужжос фильма о фильма об авиабазе Кубинка в честь 80-летия. Там 19 дней осталось. 25 тысяч надо собрать. Потому что часы я хочу, короче. Прикольно, и фильм подержать можно будет. Ну ладно, посмотрим. Вообще, конечно, я думал толстовку запилить, как бы. Может, не буду заморачиваться даже на этот. Я ссылочку как-то скидывал уже. Там прикол, потому что на 25 фильм поддерживаешь, те часы за это бонусом дают, которые сами стоят примерно такие же деньги. Ну а потом к июню, наверное, надо уже будет на турик начинать в июне собирать наш осенний, потому что там очень много бабок надо собрать, если я не туда. Ребят, дропа от Рианга на Мейнбла, давайте по игре. Рианг Виу играет. Третий ЦЦ, и Бла отбивается, хайф есть, роучи делаются, два инфестера есть. Как-то от Рианга стрёмный какой-то выход с танками вообще. Виу вообще мало здесь было. Если бы он все в одно направление атаковал. Ну хотя Блай бы тоже в одном направлении все держал бы и нормально было бы. Опа, ну это стиль Блая, на 7.20 Ультралис Кеверн заказан, как бы даже раньше, на 7.15 примерно. И это значит, что скоро Ультра будет, только вот второго Эволюшна что-то у Блая не наблюдается нифига. А как быть без второго Эволюшна? Я хз, марики дохнут, смотрите, медиваки. Выжили чертяги. А бывает, можно увидеть, как они пыхают. Ну, их как бы не видно, но они исчезли в медиваке. Бывает и такое, как бы смекос сработал, и все. А здесь-то что такое было? Случайно Рианг поднял ЦЦ-ху вместо, блин, перевода этой. Эту сюда случайно поднял, походу. Я не понял, как это произошло, но вот как-то так. Так, вторая броня пошла, второй Evolution заказан. Ну, 2-1 у Блая будет в перспективе. Здесь тоже, правда, перекос по крайдам у Рианга, тоже 2-1. Блая уже пятая хата заказана. Блин, странно, Блая как-то вроде все не дефит здесь по всем направлениям, уже пятая. А вот Роуч приходит. 5 микос. Тут, блин, марики уже невосприимчивы к микозу будут. Они уже второй микос переживают, блин. 5 ультралов у Блая. 160-133 по лимиту, ребят. Чё, прикольно получается, прикольно получается. Здесь забегание Роуча еще в тему проходит. Танков нет вообще. Делает выход Рианг. Через 20 секунд прямо ультралом панцирь будет. Два лезет вот там под либератора. Зачем? Отдает в итоге четвертую. Блин, сколько мне типа-то тут уже на самом деле. Зачем мне часы? У меня есть часы, как бы, но это с батарейкой часы. А там кварцевые, как бы, я хотел давно себе кварцевые часы. Ну и просто я хочу поддержать этот фильм про то, что я люблю, про авиацию, про Кубинку. Это супер крутое место, как бы, лучше, чем там авиашоу, я не знаю, где можно наблюдать.
все очень близко, как бы прям в полосе нереально круто, как бы рекомендую. Вот. Ну и плюс про уникальные пилотажки на что свежей правителей там будет. Так, собаки забегают, куда ты, давай, бежишь, собак сливает. Здесь управо вперед пошли. Так, фаерболы, да, фаерболы пошли на либераторов. Что-то ультра здесь бегает и грибает. Вот, а как бы, ну, то есть, есть возможность подержать, конечно, 25 тысяч там, но не ему помочь, зато тебе будет, как бы, благодарность чистый, как бы, стоит. Авиатор с там коллекция МиГ-21, я прогуглил, они вообще 30 там чем-то стоят рублей. Ну, плюс кванцы. Хотя кварцевые, кстати, вот кварцевые. Они вот заряжаются сами эти стрелы. ПЧХЗ, я не знаю, 25 это много как-то, я думаю, что это лишнее. На 5 еще в любом случае я подержу, там толстовка и диск с фильмом будет. Вот. Короче, посмотрим, как сейчас дела пойдут. На Сипатому 4 семерки еще собрать, ребят. Поддерживай меня, мой канал, не стесняемся. А то уже Сипатом скоро перестану быть. Пока ты еще горло, конечно. Ну, сегодня уже почти все, почти прошло, ребят. Ломится Блай. Ультралы топчат Вилл, королевы сзади. Ну, что-то либераторы слишком много. Дамажича накидывают, я так посмотрю. Но остался всего один, и похоже, что у Риан здесь все плохо. Рабочие все вообще уничтожены, у него 37 рабочих остается, сейчас еще меньше будет. После конца этой атаки, фаербол по викингу, викинг падает тоже. 93, 153, 460 по рабочим, Блай 4 установил, ну и все. Все хорошо, грейдып еще Блай бы делал. Пытался сюда влезть, по марикам хорошо фаерболы зашли, но либератор здесь есть и танк. Не зайти, не убить сразу прям. Ну, Рианга вот 3-2 делается вообще. Месторождение минералов иссякло. Так, ну 180-116, слушайте, власть собирается ставить точку в этой игре, это очевидно абсолютно сейчас. У него очень хорошая экономика, у него прекрасный боевой лимит. Еще бы Блай, блин, делал бы грейды, блин, как у меня бомбит от грейдов и Блая, бля, две несовместимые темы, короче, просто реально. Два несовместимых, короче, слова, Блай и грейды. Кварцевая это на батарейке. На истребителя? Нет, на истребителя я не летал. Счет идёт, что на истребителя летал. А как называются без батарейки? Часы, которые сами механические, они называются просто. Бля, на батарейке не очень. Я хочу механику. Когда нахуй? Часы эти. Ну, они прикольные. Тоже надо кварцевать. Так, везде плачу контроля, что тут у нас. Скопление минералов выработано. Войска Роя атакованы. Японские Casio Made in China. Отлично. Thank you.
Так, ГОСТ Академия. Ну, долго Блай, блин, добивает, конечно. Ну, хоть 3-2 заказал. Слава яйцам. Вот если ты, понимаете, вот если ты даешь время тирану столько, пили третий эволюшн сразу. Делай еще и ренжовую атаку. Пили второй шпиль, делай двух шпилей грейды. Ну, как-то надо закреплять преимущество, потому что вот эти цифры должны превращаться в усиление армии твоей, а не просто в ресурсы на руках. Так, пошла атака. Роуч, ультра, реводжеры, все вперед идет. Либераторов много, но большую часть Блая уже смял с одного направления. Здесь другого есть, конечно, но тут Блай тоже минусует по два за прокаст фаерболов либератора. Минус фаерболы летят. Кварцевое время, точнее, показывают. Ну, кон на батарейке или нет, я не понял. Там просто я смотрел, гуглил, есть какие-то специальные шкатулки для заряжания там этих кварцевых часов там, короче, вот. Да, я в курсе, что батарейку раз в 3 года меняют, я здесь меня просто... Просто прикол в том, что... Охренеть, была я ультрала, сколько их? 14. ГГ Рьянг пишет, приуныл. Я вот и хочу с автоподзаводом, да, таких часы, такие я хотел бы, короче. Так, ладно, чуть-чуть соврем пацанам. Да я хз, вот я ссылку скинул, вот эти, они на батарейке или нет? Ну что, Блая домика, давайте досмотрим.
Не, ну я хотел вот себе вот такие подобные часы, как я вам скинул, короче. Вот. Ну, блин, они стоят денег, как бы, ну. У меня вот эти за 3000 часы, они давным-давно есть, как бы нормально работают. Ну, батарейки эти менять вообще, короче. Так. О, домик Блая нагибать собрался. Ну, посмотрим. Легендарный домик. Все понял я уже, что на батарейке. Понял. О, вот это нагибалити, просто нагибалити полное идет. Вы только посмотрите, что забил. Так он бусты-то потратил, ничего. А, ну сотку накопилось. Увидит благие ты, это вот противник эти довер. Атакует рабочих. Ё-моё, Блай. Посмотрите, встал как Блай. Прикол. Пробку сгрыз. Пошли плетки, короче. Блая хоть на мэне отбиться, главное, и все. Собаки заказаны, 6 штук. Два зила-то вперед идут. Ну, 3 плетки это верное решение, конечно же. Если окружить сейчас зилотов, то это замечательно для Блая будет. Собаки вот набегают тоже. Дроны плюс линги нормально. Зилот покружил. Надо уйти на мейн обратно, в принципе, и все. С одной базы зерк сильнее, понимаете, протуса без технологии вот такого вот. Есть королева, есть газ, и все как бы. А, Блай даже решил, что он отобьет лоу-граунд. А тут 6 зилов. А как Блай собирается отбивать лоу-граунд? Что-то мне это непонятно. Домик вместо того, чтобы пушки бить, бегает за королевой. Какой же донник просто. Надо никнейм сменить, не домик, а донник. Взять. А, понял, короче. Мелкие стрелки. У меня нормально все со зрением. Какая мне разница, где там стрелки. Просто я фильм хотел подержать, а тут еще как бы можно часы подрезать, как бы на халяву. Как на халяву за 25 рублей поддержки фильма или за 20? Вот. ГГ домик пишет, ё-мо, минус домик. Блай домики шатает, ё-мо. Это как сказки про трех поросят, ё-моё. Пришел волк Блай и домик пошатал, ё-моё. Чё тут поделаешь? Ну-ка, домика, давайте, короче, еще одного посмотрим. Переходим. У нас в городе и нет и переходов. Вот. Во-первых. Во-вторых, есть женщина у нас, ну, она, не знаю, уже много лет. Мне даже друг говорил, что батя его ходил менять. У нее там часы, она по часам мастер.
я туда захожу, и она берет тебе 50 рублей за смену батарейки. Прям, ну, реально молодец. Короче, респект таким людям. Вот. Такие дела. Так, ну что, тут Блай... О, ё-моё. Извиняюсь, ребят, я не камечу вообще. Здесь же элегантность от домика началась. Домик рубил Туркидана. Но не каждый домик может быть Туркидана, понимаете? Чего видеть механизм-то надо, я чуть не понял. Да фиг знает, мне вот эти часы устраивают, как бы так они выглядят нормально. Часы прикольные, короче. Войска Роя атакованы. Не знаю, короче. Брал за 3 рубля давным-давно. Может, не надо мне эти часы. Там эти все авиаторы, короче. Может, просто надо... Толстовка мне просто нужна, может, за Петыч, короче. Задонить на фильм Петыч, толстовка без фильма Макаре. Не, ну я как бы целью поставил фильм этот поддержать, поэтому не поддержать будет не очень. Просто у них был срок до сегодняшнего дня, как бы они продлили, потому что сумму нужную не собрали еще на 19 дней, так что время теперь есть. А я там ездил, Петыч ложил специально на карту, потому что карты снял, а потом опять я толкал, чтобы это было. Так. Слушайте, вот Феррари я говорил, что в таких ситуациях все без шансов для Зерга. А ведь Блаю победа только нужна, у него проблемы реальные. Я не понимаю, почему со скоростью лингов такую хрень не отбивают? Да блин, этот Immortal Roach раскладывает просто как говно, блин. А вот скорость лингом вообще могла бы зарешать. А, ёп. Я вообще не вижу, Блай убил уже домика там, короче. Короче, задача была отбиться и все. Здесь он домика зашатал. Кстати, так зашатал Су или кто, вы помните? Финнов-то этого. Да, в таком стиле. Короче, против этой хрени хата прокси работает. Здесь и добычу можно начать, кстати. Две собаки блокировку делают. Вон их бой. Хорошо, окружено все. Деваться некуда, мог тпшнуться бы домик, как смысл. Нет никакого смысла вообще в этом. Блай 2-0. Хорошая работа, ребятки.
Так, ну что, стоп-старт делаю я, короче. Без задержки сейчас вернусь.